Сирийские правительственные войска отбили Пальмиру у боевиков ТИГИЛ. Они захватили стратегические высоты и историческую часть города. Государственное телевидение страны сообщает, что взятие Пальмиры открывает правительственным войскам дорогу на Дейр-эз-Зор, восточную провинцию, большую часть которой также контролируют террористы. Отмечу, Пальмира перешла под контроль боевиков в мае прошлого года. За это время экстремисты уничтожили сотни реликвий и памятников истории, десятки из которых входили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.